Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить каплю 2,5 на 6 метров. Будет она стоять вот на таком бетонном основании. Сверху брус выложен. Будет интересный торец, потом покажем его. Дверь смещена вправо. Пока приехали, разложились. Начинаем работать. Каркас мы поставили, выровняли, закрепили его к основанию. Уже успели накинуть 3 листа поликарбоната. Сейчас прокручиваем конек. Параллельно двери форточки будем делать. Все подрезать, профиля одевать. Работа еще есть. Работаем дальше. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу капли. Крепыш шириной 2,5, длиной 6 метров. Давайте смотреть. Необычное расположение двери. Она смещена вправо, чтобы соответствовать расположению дорожки. И вторая необычность — это форточка в торце расположена снизу. Почему снизу? Чтобы было удобнее к ней подходить с улицы, так как высоко перепад высот у нас на участке. Удобнее с ней работать. Далее распашные двери установлены. Все на крючках, как положено. Резиновый торцевой уплотнитель. Без него никак. Сам каркас сделан из профильной трубы 20х40. Покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Имеется у нас форточный блок на термоприводах и система подвязки. 3 нитки. Диагональные усилители, 2 штуки, второй. Все стоит на основании из бруса, пропитанного антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Сейчас зайдем с другой стороны еще. Отлив сделан, все модно, красиво. Вот так вот дверь у нас тут, все на крючке. Все удобно. Вот такая высоченная теплица у нас получилась за счет фундамента. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.